У нас сегодня шикарное радостное событие. Наконец-то нашу внучечку выписывают домой. Мы этого очень ждали. Дорогую нашу любимую. Нашу Ариану. Когда мне жена сказала, что у нас будет ребенок, я был на седьмом небе от счастья просто. Я рад, мы стремились, мы делали этого ребенка упорно. В 1:45 утра на свет появилась наша малышка. Рост у нас 50 сантиметров, вес 3 килограмма 80 грамм. Мы родились доношенными, умненькими, хорошенькими, все в порядке. Имя мы выбирали вдвоем, у нас было несколько вариантов. Мы сошлись на имени на букву А. Просто чудный ребенок. В общем, родилась у нас Ахтямова Ариана Антоновна. Главное – здоровье. Здоровье, внучки. Главное – здоровье. Остальное все купим. Виктория, любимая, думаю, еще не раз тебя побалую за такой подарок. И думаю, у нас будет не один такой подарок, я очень надеюсь. Молодым родителям здоровья, чтобы дочку воспитали хорошую, красивую, добрую, и чтобы еще и внучата были. Мы желаем сил им, конечно же, чтобы доченьку поднять, воспитать. Здоровья, конечно же, ей и родителям обязательно. Пускай у нашей внучки будет самая счастливая, самая красивая жизнь. Мы этого очень хотим и будем прикладывать все свои... Все свои силы! Аряночка, дорогая, расти умненькая, расти веселая. Люби этот мир, как любит папа, а папа очень любит этот мир. Мир прекрасен. Я ей пожелаю слушаться родителей, учиться хорошо. Будь такой же активной, драйвовой, зажигательной. В общем, я верю, ты такой будешь, я же тебя буду воспитывать. Так что все нормально.